Шымкент с каждым годом разрастается, вместе с этим растут расстояния, которые при пожаре приходится преодолевать огнеборцам. В ходе тревожных выездов зачастую, чтобы спасти жизнь людей, счет идет на минуты, и немалую часть времени у пожарных отнимает дорога. Об этом в очередной раз участники рейда и попытались напомнить водителям. В черте города Шымкент наши улицы загружены большим числом транспортных средств. При исследовании к месту пожара нашим пожарным автомобилям, которые имеют очень большой габарит, большой груз, тормозной путь увеличены, они воспрепятствуют этому. И чтобы сократить время следования к месту вызова, проведена данная акция. В ходе рейда сотрудники чрезвычайных служб проехали по центральным улицам города. Как отмечают дорожные полицейские, судя по результатам рейда, шымкентские водители в последнее время стали более законопослушными. Заметив вой сирены, проблесковые сигналы, старались уступить дорогу спецтранспорту. И если в начале года в ходе такого же рейда в течение часа были задержаны 7 водителей, не уступивших дорогу пожарной технике, то в этот раз нарушителей оказалось лишь двое. Мы проехались по центральным улицам Шымкента по проспектам Кунаева, Таукихана, Республики и Абая. Мы отметили, что в основной массе водители при первой же возможности старались уступить дорогу спецавтомашинам. При этом два водителя не стали уступать, и мы на них заполнили административные протоколы. Не пропуск спецавтомашин с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами влечет штраф в размере 5-месячных расчетных показателей, то есть около 10 тысяч тенге. В случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 10 МРП. В ходе рейда участники мероприятия предупредили водителей о необходимости освобождать дорогу спецавтотранспорту, обратив внимание на то, что, возможно, пожарные едут на тушение их собственного дома, и от оперативности прибытия огнеборцев зависит жизнь и здоровье их родных. Даниар Худайбергенов, Боржан Жусипов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».